о том, что какая же школа без школьных веселых звонков. Итак, сказка об украденном времени. Слова меня объяснишь, мы вам лучше покажем.
нравится, но нам пора в дорогу. А куда вы направляетесь? Идем чинить волшебные часы. А можно нам с вами? Конечно! Ой, кто это? Я очень грустный и печальный дровосек. Живу с Китаем и ржаве целый век. Но лишь одна моя мечта, одна ведет вперед. Мне нужно сердце, без него душа как лед. Что с тобой? Пошел дождь, и я заржавел. Помогите мне, пожалуйста, смажьте суставы. Спасибо большое, вы такие дружные. А можно я пойду с вами? Конечно! Уже близко, поляна за этим кустарником. Я помогу вам. Здравствуйте, гномы. Расскажите, что случилось? Мы только отошли на минуточку, а кто-то уже стащил шестеренку из наших часов. Вот только эта шляпка здесь лежала. Давай ее мне, я по запаху найду злодея. А вот и воровка! Я не воровка! Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. А можно с вами? Конечно, только осталось починить волшебные часы. А как же мы попадем в школу? Мы вам поможем. Три, четыре. Бим-бом, бим-бом, возвращайтесь в школьный дом. Судьба ведет тебя.